моя мечта сейчас, на данный момент, которую я очень хочу исполнить, это Филморитом Red Velvet на человек типа 10-12. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что вы, да, именно ты, кто смотришь этот кружочек, большой молодец. Ребята, в данный момент, прямо перед вашим уездом, вы должны собраться. Сила воли в кулак. Мы уже попали на блади-пати. Остаются последние рывки. Хочется сказать вам, ребята, потому что за эти 2 дня мы соберемся. Мы поставим в Растан Юлю и Сану. Мы все отработаем, дошьем костюмы, и все будет просто супер. У нас все опаздывают, мягко говоря. Айо, всем привет, добро пожаловать. Айо, open up. No matter what they say, no matter what they do, we go resonate. Документы 30 раз проверили свои розыски. Я все переписала, да. Можно за 1500. Покажи что-нибудь, сердечко покажи. Надо на будущее. Ну, мы не первые, но мы... Ну, Мила делает себе рукава. Давай на английском, пожалуйста, разговаривать, чтобы мы с Аней потом не писали. No. What about my hairstyle? So pretty. I don't know what to do because I do all things at home. I did it all things at home, and right now I don't know what to do. Wow, rest zone. Say something. I just want to find all crush me members in this train. Where is crush me? Say something. Да, я снимаю влог. Леся спит, обещала. Вот сапки скрыть другому человеку, это неловко будет. Так, так. Ты снимаешь, что ли? Да, я тебя увлечу. So tasty. А ты как? Хочешь прийти? Нет. Еще так еще лучше стало. Sorry. Крашь мне в этот раз, едет видео. Реально? Офигеть! Сень, ты проигрываешь? Я могу закинуть 4 или нет? Нужна именно +2. Сень, ты проигрываешь? Да я пока не понимаю. А Феликс — это Ваня. Вот Ваня. О, Леся! Леся, привет! А чё? А чё, Барсик, ёбаешь? Ё!
пенсии мне говорят. Это Дак ТВ. Дак. Дак. Как же Дак? Мила, скажи привет. Мила, сколько? So we're in our apartment. Yeah, and today we have 6-hour rehearsal. I am sitting here and seeing my details of my costume. Yeah, this is our first day in Moscow. Tomorrow we have a filming. Yeah, bye. Мы пришли в зал. Мы пришли в зал. Тут Юля. Это для влога, Юль, милое лицо. Все остальные опаздывают, собаки. Опозданы! Идут опоздавшие. Трэш просто. То есть там можно шутить. Давай встанем просто. What do you think about this training? Oh, so stressful. What do you think about this training? Я так соскучилась по Юле. What do you think about this training? I wanna go home. Me too. День тренировки, мы в костюме, в сапогах. Long hair. Осталось еще 4.
Сашей нас новая квартира, потому что наша квартира маленькая. Мы сняли новую, но эта квартира еще прикольней, она классная. Так, мы заходим. Шкафчики. У нас кухня. Девочки, помашите. Привет. Ребята, помашите. Леся шьет костюм. Это вот такой вот. И магия. Сейчас, смотрите. Ку-ку. Та-да! Смотри, как стоит задача. Покажи, что у нас за дверь стоит. Я тоже не знаю. А вот хороший вопрос, мы офигели немножко, вы не поняли, зачем? Что там? Лестница. Забираемся да, куда-нибудь. Итак, ванны. В этой комнате уже кто-то спит, я не знаю кто. Тут такой зал. Так вот, кушать подано. Маша чем? А это наша комната с Сашей и Машей. Это самая дальняя комната, в которую никто никогда в жизни из Крашми не доберется. Порадуемся. Ура! Итак, сегодня первый день нашего сбора. Сегодня у нас день записи на улице. Погода просто прекрасная. What is that? Итак, пойдемте посмотрим, как собираются крашми. Итак, лидер крашми вновь не выполняет. Ребята, у нас в команде взаимопомощь. Она, если я не буду ей мыть голову, она исключит меня из крашми. Смотрите, Маша Чи крадет мою работу. Это моя работа. Это не Маша Чи, это Аня. Вы чувствуете экспрессию в данный момент? Я не знаю, что такое экспрессия. Что ты чувствуешь в данный момент времени? Я чувствую экспрессию. Не знаю, что означает. Но я ее чувствую. Маш, расскажи свои обязанности на сегодняшний день, пожалуйста. Я сегодня красный день. У меня будут три человека, которых я должна буду накрасить. Ну, еще помочь тебе. Ага, спасибо. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Я Каз, я поехала с крашми только для того, чтобы накрасить их на выступление и на паблик. Кого вы будете красить сегодня? Сеню, Аню и Лизу. Лиза, чем ты занимаешься сегодня? Расскажи, пожалуйста, нам. Нет, ну расскажи. Я пойду в магазин. Я пойду в магазин. Okay. За всем тем, что очень нужно. Хорошо, спасибо. Леся очень уставшая. Я снимаю только костюм Леся, если что. Она расшивает свой костюм. Окей, мы идем дальше. Сеня, хай! Хай, гайз! Расскажи, пожалуйста. Извини. Чем ты занимаешься сегодня? Это микрофон. Я заплетаю 6 человек. Ага. Мила, расскажи про свои ощущения, чем ты занимаешься сегодня. Я сегодня занимаюсь только собой. Окей. Возможно, буду помогать кому-то, всем. Но я делала всем украшения, не всем, четверым людям украшения на голову. Сенин ободок на голову делала Мила. Сеня, кстати, покрасилась, поэтому он выглядит еще эффектнее. Моя обязанность на сегодня видео. Моя обязанность на сегодня это снимать влог, и я очень стараюсь не забыть этого сделать. Здравствуйте, представьте и расскажите, чем вы занимаетесь сегодня с утра. Я сам день ничем не занимаюсь с утра. Окей. Все, люди закончили. Красный больше нет участников. Продолжим снимать и будем рассказывать вам обо всем потом. Пока. Блин, она не знает. Мила! Are you happy? Окей. Ладно, пока.
Улыбаемся. Ну ты моя хорошая. Мои волосы, это не бекон. Спанчбоб. Там А, значит, на А, короче. Мечта, мы говорим, это... Надо рассказать. Мы хотели вызвать такси, чтобы доехать до торгового центра. А мы не смогли, потому что они хотят нам ехать. Съемку. Девочки, это на метро, потому что они не дождались такси. Мы в Кремль едем. Смотри! Замок! Офигеть, я же ни разу здесь не была! Хотелось бы на Никольской. Итак, мы сначала должны были сниматься на Хатынке, там шел дождь, поэтому мы решили сниматься в Острове Мечты. Мы приехали в Остров Мечты, здесь нет ни единого пяточка, где мы можем сняться. Поэтому мы едем на Никольскую, с которой мы изначально приехали с дома, потому что мы живем рядом с Никольской. Вы счастливы? Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Место, которое мы должны сниматься. Вот мы засняли один дубль. Но я думаю, что больше двух дублей у нас не будет, поэтому наслаждаемся прекрасной холодной погодой. У меня I have no strong craving. Oh my god! What is that? Будет пати? Вы готовы? А будильник? Посыпайте, девочки! Это так стрёмно! А у вас такая прикольная разница. У Милы такие голливудские волны. Чисто у тебя все еще мокрая голова. Вон, все собираются. Хай. Как у тебя настроение? Прекрасно, если честно. Потому что я вроде как даже выспалась. Сейчас я гражусь. Я знаю, что мне надо сделать, чтобы Вальс был красивым. И красивый. О май гад. Посмотрим. Я думаю, мы быстро справимся, потому что мы быстро делаем клип.
Мила, прошу мяуканье вставить на этот момент. Итак, упаковываем подарки на Новый год. Вместо подарочных мешочков у нас ботинки. Подарок каждому. Вот данная вот штука. Бусинки, всем бусинки. Так, мешочек. Опа, спрятали. Всем привет. Сегодня день Блари Пари. Мы почти собрались. Сейчас сколько? Время 12:30. Блади Пати начинается в 3 часа. Да, я просто... Вы переживаете? Нет. Я тоже нет. Я просто очень рада, что я очень красивая. Мы едем на Блади Пати. Сначала ехали на метро, сейчас мы пересели в минивэн. Девочки, помогите! А, мы едем на Блади Пати! Виза. Желательно на пол в них не садиться, хорошо? Да. У вас по брынкам не садитесь на пол. Засыплю, но я кихи распределяю по итогу. Я пойду внутрь. Goodbye. Статик. Мы вчера забыли записать все видео насчет победы, но мы выиграли на Блади Пати первое место. Да, это было очень важно для нас, потому что мы просто не ожидали этого. Номер был очень необычным для фестиваля. Вот, поэтому надеюсь, вам понравится. Вы посмотрите на канале наше видео. Вот. Большое спасибо за стоп. Большое спасибо нашим зрителям, которые поддерживают нас, несмотря ни на что. Мы вас любим. Это все благодаря вам. И благодаря Крашу. Я очень люблю Крашу.